Всем привет, друзья! С вами Корвит, и мы находимся в Pathologic 2, или Мор, если по-русски. Когда-то я играл в Мор, но это было очень давно, лет 10-15, может, назад. И в 2019 году вышло обновление, точнее, игру сделали по-новому. Вот. И я не помню вообще практически по поводу этой игры, что здесь и как. Единственное, я помню, что тут есть какие-то чумные докторы, что-то типа того. Люди в масках ходят, какая-то творится бесовщина. В общем, сегодня мы на все это дело посмотрим. Начнем новую игру и попробуем выжить. Так, где я оказываюсь? Оказываюсь возле страшной картины. Что у меня имеется? Фонарик есть? Нет, фонарика нет, расчет есть, еще темно. Что у меня вообще есть? У меня есть вещи, есть персонаж, так понимаю, мой, да? Иммунитет, усталость, голод, дыхание, жизнь. Какие-то предметы, город, по которым я буду передвигаться. Мысли, люди. Все, то есть, в принципе, больше ничего нету. И я так понимаю, что нам надо сначала отсюда... Ни хрена ничего не видно вообще. Так, дверь какая-то, да? Здравствуйте. А вы мне не поможете выйти отсюда? Поговорить. Это город уродов. Они все равно обречены. О, он говорит по-русски. Ну что же, Бурах, провалена ваша роль. Ничего в этот раз не вышло. Что за проклятая постановка? Уже вторая попытка, и вот, пожалуйста, снова провал. Да ладно, в первый раз хорошо получилось, но об этом, простите, не вам судить. Так, не ваша вина, вы поставили нас в такие условия, невыносимые, нечеловеческие. Воу, это где-то я оказался сейчас. Это какая-то больница? Видны люди, которым есть что сказать. Левый контур. Ага. Ой, ты кто такой? Так, чувак. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь понятно? Привычку, пожнешь характер. Вот так вот. Посеешь характер, пожнешь... Я понял. Мне больше не доверяют. Они даже не позвали меня на совет, бакалавр. А, где наши птицы? Какие птицы? Да, наверху, где же им быть, если ты про животных, конечно. Я про мортусов говорю. Кто такие мортус? Это вон то, что ли, мортус? Птица. Птица, человек обычный. Вы живые? Непонятно. Но это вроде бы живые люди, а этот явно мертвый. Чувак. Видишь? Я не мешаю тебе работать. Каждый идет своим путем. Самозванка. Птицы, оказывается, были совсем не птицы. Знаешь кто? Наклонись, шепотом на ушко скажу. Пальцы. А что ты ликуешь там? Много смогла воскресить. Стыдно тебе должно быть. Люди в тебя верили. Так. Странные диалоги какие-то в игре. Графика топчик. Но вот диалоги странноватые, конечно. Так, птица. Иди сюда. Вот сюда, птицы. За расчетом, но окончательно исполнитель. За расчетом, но окончательное сведение счетов сейчас идет в городском соборе. Кто там? Начальство. Ну, кто же еще? Опа, свет какой-то зажегся красный. А куда он светит? На выход, видимо, да? Он, видимо, светит на выход. Контр должен подсвечивать, куда мне идти. Кнопочка контр. Она что-то как-то уже ничего мне не подсвечивает. Но, видимо, мне туда, дыхание. Вспомнить, куда... А, вот, нажмите J, чтобы вспомнить, куда нужно идти. Мы переиграем решение, принимают в соборе. Да, ну то есть нам нужно двигаться сюда. День 12, последний, в который Гаруспик ставит точку с запятой. Так, один, второй челик. Пока мне непонятно ничего вообще, что здесь и как. Какой-то сюжет очень странный.
День 12 у нас, да. М, чтобы открыть карту. Ну, а чем она мне... А, мне вот сюда двигаться надо. Все, я понял. То есть мне вот так вот выйти сюда куда-то. Тут через мост мне нужно идти. А могу ли я здесь вообще как-то лутаться, например? Вот кто-то валяется мертвый. Мертвый явно. Я не вижу, чтобы я здесь мог лутаться. Поговорить мне здесь не с кем. А, вот смотри, обыскать есть. Опа. Опа, рваная записка. Грязный клочок бумаги, чтобы прочитать, надо к ней прикоснуться. Коснуться. Шлыгин заразился. Аничков заразился. Яксен заразился. Поручик заразился. Курбанов заразился. Вьюжин заразился. Капитанец заразился. Башку себе прострелил. Мелок. Жгут. Бутылка с водой. Морфий. Зухар какой-то, Медрел, повышает иммунитет, симптомы, если больному. Так, ну я понял, что здесь еще есть? Обыскать, да, и все. То есть можно таким вот образом обыскивать различные предметы, столы, все, что я смогу взять в целом. Так, ну там ничего нету, здесь должен быть выход. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут есть какой-нибудь проход? Нет? Очень темно. Ребят, я надеюсь, что вам не так сильно темно, как мне. Пока я пытаюсь просто понять, что здесь нужно делать. Опа. Так, бывает. Ладно. В эту сторону. Мы вообще за кого играем? Мы играем за одного из вот этих чуваков в маске? Здорово. Или мы играем за вот этих, по которым сейчас будут стрелять? Чё, будешь стрелять? Или ты слабак? Э? Э? Словаче? Не можешь выстрелить? Ну-ка, э? Давай, давай, стреляй. Подожди. Давай, э? А? Давай, давай, слабаче, стреляй. Не хочет стрелять. Чувак, здорово. Привет, всем привет. Хорошего дня вам, ребятки. Так. Не на что смотреть до... А, я за доктора играю. Кто эти люди? Да, работа палачей, вы убиваете людей, негодяи, трудно поверить, что вы наши солдаты, хуже оккупантов, оставить этот цирк живо. Кто эти люди? Это мародеры, повторяю, ведем штатную работу, вы своим делом занимаетесь, мы своим. Ладно, занимайтесь, хорошо. Не хочу спорить, а то мало ли еще поставят там рядышком. Ты спишь? Девочка, непонятно, спит она или нет. Я могу как-нибудь присесть? Нет, я присесть не могу, я могу только... Ладно. Двигаемся дальше. Интересно, особняки. Кто-то орёт постоянно, кто-то... вот так вот делает, прям бесит, слушай. Так, там что-то горит. Тут я не пройду. Здравствуйте, мисс. Или... Знаешь, куда ты идешь? Знаю, куда ты идешь. Хочешь совет? Говори Саба, только быстрее. Много времени не займет. Город потерян, да и пес бы с ним. Но уклад потерян, семья твоя потеряна. За отца ты не отомстил. Путь его не прошел. Все семь малышей, кто доверился тебе, погибли. Только ты и остался. Себя не хочешь спасти? Нет, не хочу. Слушай совет, ты думаешь, что она тебя любит, думаешь, она тебе друг, но она всем нам враг, потому что привез сюда пушки. Начинаю разговор с ним. Ты ничего не знаешь, она мой союзник. Очень странный ди... Воу! Чё это с ней? Бля! Бля, перекосило как! А те живы? А те живы. А шо это было? А, жуть какая-то. Ладно. Кого-то там сжигают. Воу! Пойду-ка я отсюда. Ну и он нафиг. Или какая-то чума, или что-то...
такое? Да хоть стонать! Оу-оу-оу. Нормально? А это что такое? Что за осы? А! Тихо! Так, я понял, туда входить нельзя. О, теперь у него какой-то эффект. Что у меня за эффект? Так, мне идти вот туда нужно дальше, прямо. Так, водичка, я могу попить? Нужна пустая бутылка, утолить жажду на X. Попил. Ну, вроде бы попил. Ребята, здорово. Ничего такое у тебя огнеметик, слушай, ничего такое бодренький, здоровенная такая скважина сзади, за спиной. Ты это, слышь, как огню не подходи, а то тебя как жахнет. Сюда никуда заходить не могу. Кости непонятно кого, каких-то коров или типа того, не знаю. Здесь тоже, никуда ни в какой дом я зайти не могу. Ну, мне, видимо, четко нужно идти по миссии, просто прямо и все. Так, тут у нас что? А вот она, карта. А вот она, больше тут ничего нету. Только карта. Нормально? Там вообще-то трупы везде валяются. А дети здесь играют в классики. В какой мы находимся стране вообще? Ты что тут сидишь? Оф, ты, блин, меня напугал. Тут у тебя маска волка такая. Нормально, здесь валяется труп, они играют в классики. Жутко. Я еще не дошел, мне вот туда нужно. Капец, что тут происходит? Ребята? Вы что стоите там? Нормально все у вас? Ага, тут тоже ребята сидят. А что у тебя с головой? Там у челика явно что-то с головой, какие-то проблемы. То ли он лысый, то ли хрен знает. Ну эти прям... А, я могу прыгать, кстати. Но туда я забраться не могу. Никак. Прыгать я могу, это хорошо. Так. Но мы играем за доктора. Теперь хотя бы стало ясно, кто мы вообще, что мы здесь делаем. Мы, видимо, доктор, который должен... Воу, собор какой-то, ничего. О, это что такое там? Что-то большое. Но нам явно сюда, да, войти. Игра сохранена. Так, что у меня по состоянию? Почему у меня какая-то херня, блин, вылезла? Иммунитет. Больному особо сильная. Я не знаю, что мне выпить, чтобы этот эффект прошел. Он нигде у меня не отмечен. Возможно, он пройдет как-нибудь со временем. Поговорить. Как называется такой человек? Я не знаю, как-нибудь как по-разному. Человек называется раб. Раб, вот так вот. Зачем ты пришел? А вы решаете, что будет с городом. Все уже решили без тебя, ты здесь не нужен. И что решили? Кто ты такой, чтобы мы отчитывались перед тобой? Кто ты такой? Кто ты пришел? Ты пришел сюда? Кто ты такой? Провинциальный хирург, лекарь-самоучка. Практикуешь варварскую народную медицину. Впрочем, я знаю, кто ты. Ты тот, кого я ошибочно понадеялась. А ты подвел меня вон отсюда. Мне нужен еще один день. Эй, там, взять его и вывести. А главное, выслушай. Кто меня? Кто меня выведет? Меня никто не выводит, все нормально. Здравствуйте. Сэр. Из героев народной войны они хотят превратить нас в карателей. В санитаров. Ага. Я понял. Я тот самый медик. Это тот самый медик. Что вам? Я пришел как-то повлиять. Что за нелепый лепет? Ваше имя и должность. Артемий Бурах, хирург. Ясно, давайте мне основания, чтобы отменить приказ об бомбардировке. У вас одна попытка. Я открыл рецепт сыворотки, понадобится время для массового производства, но он есть. Тут много живых людей, этого достаточно. Вы герой войны, вы несете человека в вашей армии, о ком можно сказать, это человек. Я открыл... Давай герой, герой войны. Нет, Бурак, если бы вы мне сказали, что на рельсах стоят три цистерны с вашей чертовой панацеей, и бригада столичных врачей готова начать вакцинирование, как там называется, вот это были бы те слова. Теперь назад пути нет, слишком многим рискуем.
Мы работали всего 12 дней, это мало. Почему у него 17 написано на погонах? О! Дядька, ты опять здесь? В кое-то веки удалось коту с печки спрыгнуть, и то лапки отшить. Значит, упорный. Хотите вторую попытку? Возможно. Ладно, поехали. Будем считать, это последний поезд еще не ушел. Смотрите, не опоздайте. Главное, сновку не пропустить. Вот честно, знаешь, так вот, если подумать, посидеть спокойно. Какой-то бред полнейший. Я ни черта не понимаю. Не, я понял то, что мы играем за хирурга, идет какая-то война. А люди заразились, по всей видимости, чем-то... Ты что, дурак? Ты как себя чувствуешь? Нормально все? Как ты оказался в этом гробу? В гробу был не я, а ты. Зачем ты туда залез? Прятался. От кого? От смерти? От нее. Не от плохих людей, знаешь ли. Рано мне еще вылазить. Рановато. А, так полезай обратно в свой гробик, коли ты там, там такую уютно. Так. Ну мы едем еще на поезде. Дыхание. Ага, останавливаемся. Иммунитет какой-то очень сильно понизился. О, у меня есть фонарик. Ну ладно. И как его включить? Подожди. Это блок. А как мне включить фонарик? А, зажечь на F. Спасибо, что сказали. Так. А куда гроб делся? Здесь был гроб, его теперь здесь вообще нет. Так, ну пойдем узнаем у пацанов, чё вообще дело. Ага, вот он гроб валяется. Ни хрена себе. А тут еще гробы. Ни хрена себе. А где люди все из них? А гробы-то пустые. Слушай, там никого... А, это просто, видимо, пустые гробы. Я понял. Ох ты ж... Ни хрена себе. Здравствуйте, сэр. Да, сэр, все правильно. Здравствуйте. Какой ты огромный. Я так понимаю, все пацаны в шоке, да? Типа, ни хрена себе, ты видел, говорит это. Ты это видел. Но это челик стоит, да? Да, вон, видно у него башка, вон она, нос я вижу. Глаза, правда, почему-то закрыты, непонятно только, ну да. Вот, то есть это не какие-то там мутанты или монстры, это в принципе люди. Исполнитель, рельсы, это красиво. Они всегда ведут к одной цели, и свернуть с нее невозможно, разве что только так. Глупо потерпеть крушение по пути, погибнуть, лишь бы только избежать своей судьбы. Глупо и скучно. Что это за чудовище? Где? Впереди или сзади? Что впереди? Я не вижу там ничего опасного. Плохо смотришь, там сама смерть. Хочешь проверить? А что это за бык на путях? Это босс Турох. Существо из степных легенд. Отец всего живого, из которого был сотворен мир. А что он сейчас пытался сотворить? Глупость. Жизнь никогда не остановит смерть. Что там впереди? Зачем эти костры? Как видишь, по этой артерии кровь больше не течет. Впереди тромб. Ты врач, говорят, если у тебя есть с собой лекарство. Лекарство зачем? Откуда нам знать? Ты же врач, иди смотри. А мы просто следим за тем, чтобы ни один поезд не сошел с рельсов. Вас тоже вернем обратно, как только эта химера уберется с дороги. Значит, времени еще много, быки упрямы. Так. Бык, иди отсюда! Ну иди.
Так и мне что теперь, пешком идти, что ли? Или посмотри, что у нас здесь? Ни хрена себе ты упал. Тут ничего нету. Видимо, мне надо идти дальше. Не знаю. Стоять, ждать? Сомневаюсь. Скорее всего, надо двигаться дальше. Инфекция. О, я умер, что ли? Подожди. Что-то я не понял. А что случилось? Давай меняться сокровенным. Тогда ты первый. Ну, вот боюсь я. Например, что в городе мне не обрадуются. Гнать меня будут как собаку. Двери передо мной закрывать. Мало сборов соберу. Цель свою не достигну. Но это так. Тревоги, опасения. У меня все получится. Кто ты, страховой агент? Да нет, теперь твой черед. Скажи честно, судьбу изменишь? Примет верная. За отца боюсь, он письмом меня вызвал. Тревожно было письмо, какая-то беда у него случилась. А сыграть не хочешь? Сыграл бы, да инструментов нет. Так мы едем дальше, получается, все нормально. Так, ну, мы явно приехали. Куда мы ехали, я не знаю, видимо, к отцу своему. Но мы приехали. Так, там улица. Нам на улицу не надо. Чё тут есть? Обыскать. Спичка. Мыло. Повеситься. Веровку теперь надо только найти. Обыскать. О, прикольно сделано. Слушай, такие типа шкафчики. Что? Ноготь? А, нет, это монета. Просто почему-то называется ноготь. Деньги. Иголка. 35 монет у меня есть. Так, пустая бутылка. Еще одна. Вот так делаем. Так, ну тут все. Больше ничего нет. Так, дальше давай смотреть. Здравствуйте. Что-то ее все переетовало. Что это такое? Это непонятно. Какое-то непонятное ведро. Обыскать. Так. Веретено. Может быть, можно будет продать потом, не знаю. Коснуться, выбросить. Пустая бутылка. Так. Тяжелый кто-то. По шагам слышу тяжелый. В глазах темно, я тебя не вижу. Смерть моя, что ли, пожаловала. Да у тебя жар, горишь вся. Воды бы пить хочется, иссохла вся. Воды принеси, водички. Вода-то где? Во дворе набери, трудно говорить. Ладно, жди меня, сейчас принесу тебе воды. Пойдем, пойдем. Во дворе, да, говоришь? Ох ты ж, блин, ты кто такой? Не хочу я туда идти. Пойдем дальше. А вот здесь, да, по-моему, выход? Да, вот выход. Водичка во дворе говорит. А, здесь, что ли? Набрать воды, да, вот. Одна бутылка. Вторая бутылка. Я не знаю, сколько надо. Три, давай четыре бутылки. У меня пять бутылок. Наберем четыре бутылки. И просто попьем водички немножко. А, это поезд остановился. То есть мы еще не доехали. Мы просто где-то остановились. И тут типа какой-то домик. И я туда пришел. Пришел туда немножко потусить. Познакомиться с местными, с флорой, с фауной. Наверх подняться не могу, как бы 100%. Туда хода... Куда дядька делся? Тут дядька был. Уже дверь открыта. И дверь открыта вот сюда. И вот сюда дверь открыта. И везде гробы валяются. А дядьки нету. Ну ладно. Я вам не помешаю? Здравствуйте. Все нормально? Все хорошо? Сон, что ли, дурной увидел? Да, сон, надеюсь, не вещий. К отцу, значит, едешь. К нему. Я тоже. Вот и езжай себе. Меня оставь в покое. А почему стоим? Приехали, что ли? Почему стоим? Вроде бы звук того, что мы едем. Опять спин.
О, вот этот лысый чувак. Я думал, у него что-то с головой, а это просто какой-то... Ой. Ой. Кто вы? Пусть мать Бодха греет твои следы, Холбон. Ты не забыл свой народ? Так, да? Нет, не забыл. Хорошее ли у тебя сердце? Ну, здоровое. Мы сердцем землю слушаем. Есть пульс у сердца, есть пульс у земли. Если они звучат в лад, ты слышишь язык земли и травы, язык тепла и холода. Глянись, слушай Тангер. Чьи это слова кругом? Что говорит земля? Разное. Времени много прошло, давно тебя тут не было. Забыл все. Сердце твое испортилось, Хатангре. Дай нам посмотреть, не гнилое ли. Как будешь смотреть? Бой покажет, чье сердце лучше слышит, кто разбирает неслышную речь. Посмотришь на мое сердце, моя плоть от плоти уклата. Я не отрывался от своего народа. Я тоже. Приготовиться к драке. Воу! На тебе говно! На тебе говно! На тебе! На тебе! О, ох ты гад! Опа! Опа! Пробить блок! Опа! Вот так! На тебе! На тебе! Ну че, собака! Надо бить дальше! Подожди, у меня дыхание! Стоп! Дай отдышаться немножко! Когда не хватает дыхания, удары слабеют. А как мне отдышаться? Это блок, я понял. Вот, все, дыхание остановилось. Блокировать. Опа. 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 Уворачиваемся. Уворачиваемся. Опа. Тихо. Не все атаки можно отбить. Ох, ни хрена себе. Я тоже так хочу. А как мне так ударить? Знаете. Знаете, собака сутулая. Время боя можно в блоке дыхания восстанавливаться быстрее. А. Время боя в блоке дыхания восстанавливается быстрее. Все, я понял. То есть таким вот образом мы восстанавливаем дыхание быстрее. Пусть прольется первая кровь. Ну а тебе. Ну а тебе. Получил? А так. Поговорить. А так. А я не хочу сдаваться. А мне понравилось. Ха-ха. Нормально. Поменяться сердцами. На Т. О. Доброе сердце. Сердце человека живое. Гнилое сердце. Живое, но с червоточиной. А как это? А как это? Подожди. Доброе сердце. Я забрал у него его сердце и отдал ему свое? Ну, не знаю, как нужно было сделать. Правильно? А где этот? А, ты тут, фу ты, блин. Почти добрались. Рад. А как же? Уж я не чаю, когда доедем. Жду не дождусь. И то, на ту словом по кругу ездим. Ладно, занятно было с тобой время скоротать. Желаю удачи с отцом. Заждался тебя, поди. Удачи и тебе. Так. Что я могу сказать? Ох ты ж, блин! Почему в этой игре меня все пугает? Сын мой Артемий, пишу тебе теперь после стольких лет разлуки и прошу вернуться домой как можно скорее. Мне тревожно. Боюсь, что нам всем предстоит нелегкое испытание. Надеюсь, ты выучился на отличного хирурга, потому что твои знания могут здесь пригодиться. Я по-прежнему единственный врач в этом городе, но я старею. Мне очень нужен помощник. Ладненько. Так. Кто-то смеялся? Кто-то плакал? Ничего нету, кстати. Опять почему-то пусто. Тряпичная маска. О! Одеваем ее сразу. Будем защищаться от коронавируса. Тут у нас что? Так, пусто. Спички. Возьмем. Не знаю зачем, но возьмем. Закрыть. Так.
А, кто-то плачет. Я думал, кто-то смеется, блин. Нет, кто-то плачет. А, копченое мясо. Поедим потом, попозже. А, или кто-то реально там смеется? Чего? Кровавая тверь. А это черная тверь. А здесь что у нас? Ничего. Банки. Да, кто-то ржет. Кто тут ржет, блин? Хрена себе. Так, какая-то бутылочка с чем-то. И еще бутылочка с чем-то. Пусто, пусто. Пусто. Че вы там смотрите? Так, сюда нельзя. Колесо. Так, зараженная кровь. Вот сюда поставим от греха подальше. Ржавый скальпель, ёлки-палки. Так, пусто-пусто. Тут ничего больше нету. Сюда зайти не могу. Что у нас здесь? Тут у нас это что-то наподобие кухни, наверное, или что это такое? Не знаю, что это такое. Похоже на кухню. Так а кто смеется-то? Тут никого нету. Дом пустой. Что это такое? Антибиотик. Антибиотики всегда хорошо. Так, обезболивающее, да? Обезболивающее. А, тинктура яс какая-то, тинктура зухр. Бутылка с водой. Так. Так эта фляга, она не берется. Тут ничего не юзабельно. Здесь можно что-то посмотреть. Мыло. Про веревку я уже сегодня шутил, да? Ладно. После вступления игра перестанет сохраняться автоматически. Ищите, где сохранится вручную. О как, вот тебе, пожалуйста, хардкор такой небольшой подъехал, да? День первый, в который Гаруспик выяснил, что его родной город я не успел прочитать. И мне дали какое-то достижение в Стиме. Вот этот чувак, который был, видимо, в зеленой такой кофте, это были мы с вами. Мы убили вот этих ребят. Можно их обыскать, посмотреть, что у них деньги были. Классно, что здесь есть лут. Это прикольно. Тут даже есть деньги. Скорее всего, здесь можно будет что-то покупать или давать кому-то взятки. Пустая бутылка. Ноготь. Каштаны. Спички. На правую кнопку мыши можно автоматически все это дело брать. Так. Ну, здесь тоже какие-то предметы. Ничего у меня, видишь, нету этого сердца, ничего этого нет. Ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня будем заканчивать. Не особо я что понял по поводу этой игры. Непонятно, когда она именно начинается, когда есть смысл вообще лутаться и все остальное делать. Пока мне не особо... Ох, нихрена себе, большой довольно-таки город, слушай. Но... Я вернулся в родной город из-за тревожного письма отца, пора поспешить домой. Видимо, мы наконец-таки вернулись. День первый, все дела, мысли, люди, сохранения и так далее. Если тебе понравилось, ты хочешь посмотреть на мор еще раз, то есть посмотреть, что у нас дальше находится по сюжету, то обязательно ставь лайк под этим видосом. Наберем 30 лайков, сразу выйдет продолжение. С тобой был Корвит, всем удачи и пока-пока.